Друзья, мир так очистился от дрифта, что я за прошлые 2 года первый раз достал свой водный мотоцикл. И он у меня специфический, и тут грязненький. Но я его уже заводил, он на ходу. Он прикольный. Он называется 3D, потому что у него есть три положения. Одно вот такое картинговое. Второе, можно снять это кресло и ездить на нем стоя. Смотрите, такая штука. И третье, вот это вынимается как сидушка, и он становится тоже без сидения, он становится как кроссовик мотоцикл. И я хочу на ближайших выходных Сончика помучить на нем. Как думаете, справится с техникой такой? Не сломает мне? Слушайте, только сейчас вспомнил, что предыдущий раз этот мотоцикл спускался на воду 2 года назад, когда Серега Стилов приезжал в Одессу, и мы тогда прикольно зажгли на воде. И закатив назад, оказалось, что слишком много топлива взяли, залили полный бак и поставили его на 2 года. За 2 года, конечно же, сдох аккумулятор, и бенз 30 литров превратилась в такую черную бурду, что хрен знает, что это такое, слили нафиг. Так что вот такой вот блогерский скутер получается, а? Я уже в предвкушении, чувствую, уикенд удастся по-любому. Вот и скутер, кататься до усрачки, огонь! Полезная информация для одесситов. Люсдорская дорога 114/2, новый магазин автобазы, который, как всегда, порадует любого самого искушенного автолюбителя, а еще много розыгрышей вот здесь, в их аккаунте. Будет туго. Уверенный контроль над всеми тремя критериями судейства, траектория, углом и стилем, и результат соответствующий. Общие результаты квалификации сильно не удивили, с некоторыми лишь сюрпризами неприятными от Fresh Auto и iMall и хорошими.